Центр управления вызывает заряд 141. Заря 141, ответьте, сообщите ваши координаты. Заря 141, вышли в заданную точку. Наклонение орбиты 35 градусов. Эксцентриситет 12. Максимальная высота 900 километров. Начинаем подготовку к маневру стяжения. Лаборатория готова? Почти. Заканчиваем загрузку. Желаю удачи. Будьте осторожны при посадке. Спасибо, центр, будем. Кира, у нас полчаса до снижения. Успеешь? Да, все емкости на месте. Нужна небольшая помощь, нужно проверить вторичные контуры. Что-то серьезное? Нет, все в порядке. Где-то одна цепь не прослеживается. Какое романтичное название. N23K50. Система Глиза. А почему здесь пустыня? Когда ее обнаружили, по всем параметрам она была земного типа. В атмосфере присутствовали биомаркеры, была растительность и вода. Но к тому времени, когда на N23 добрались, все исчезло. Относительно недалеко была вспышка сверхновой. Гамма-лучи стерилизовали поверхность. Воздух есть, кислород есть, можно дышать. А вода вся в атмосфере. Первыми экспедициями рассыпаны 1000 тонн семян, а наши установки добывают дождь. Но, как видно, иногда ломаются. Ну что, какие результаты? Чтобы запустить биосферу, нужно много времени. Может, сотни лет, а может и больше. Просто добавь воды. Вика, проверь эту установку на общей схеме. Что-то с ней не так. Кира, система активируется. Сейчас здесь будет много электричества. Нам пора уходить. Открой кормовые кабели. Я попробую зарядить. Давай. Какие кабели? Система начала работать. Бросай все. Нам нужно бежать. Почти получилось. Видишь, дождь идет. Почему почти? Потому что мы никуда не летим. Кира, ты знаешь, что такое крылатое выражение? Знаю, это выражение с крыльями. Я много раз от разных людей слышала такую строчку. На Марсе будут яблони цвести. Я знаю, что это слова из песни, но я ее никогда не слышала. Ну и что? Не знаю, как на Марсе, а здесь пусть только попробуют не зацвести. Проконтролируем лично. Вас вижу. Сидите ровно. Сейчас мы вас подберем.